Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем обустраивать нашу дачу после ремонта. И сегодня у нас будет распаковка и тест-драйв матраса от Blue Sleep. Я матрасы Blue Sleep нежно обожаю. Мы в городе спим на похожем, не на этой модели, более мягкий матрас у нас. Но у нас уже он года два, и мы его любим, и он в полном порядке. Поэтому для дачи, естественно, мы тоже выбрали матрас от Blue Sleep. И вы, возможно, видели уже обзоры этих матрасов с бокалом, когда показывается, что хоть ты прыгай, хоть кувыркайся на этом матрасе, ничего не произойдет, другая половина матраса не будет трястись, и я за это этот матрас очень люблю, потому что действительно классно, у меня тяжелый муж, и он когда переворачивается, на обычных матрасах со мной случается землетрясение, и я просыпаюсь. На этом матрасе такого не будет. Сегодня у меня немножко эхо, потому что комната еще пустая, как вы видите. Здесь стоит кровать, которую мы сделали собственными руками для этого матраса. Так что сегодня будем с вами все обустраивать. И начнем с того, что мы этот матрас распакуем. Посмотрим, что у нас внутри упаковки. Разложим матрас и подождем пару часов для того, чтобы он принял форму. Затем протестируем его, и тестировать его будем вместе с моим сыном, потому что это самый сложный экзамен будет. Матрас у нас шириной 140 сантиметров и длина нестандартная 190, потому что у нас маленькое помещение. На самом деле здесь по факту даже 187 сантиметров. Посмотрим, как матрас впишется при учете того, что 3 сантиметров ему не будет хватать. Ну что, давайте распаковывать. В комплекте с матрасом идет инструкция и специальный нож, чтобы аккуратно вскрыть матрас и не повредить его. Ну что, прошло около 2 часов, матрас полностью расправился, и теперь можно на нем поваляться. Хотя, возможно, вы здесь по нижнему краю увидите какие-то неровности, но напомню вам, у этого матраса немножко нечестные условия, потому что он длиной 190, а у нас здесь 186, поэтому мы его малость поджали с двух сторон, просто из-за того, что квартирный вопрос. Он такой острый, даже на даче актуален. Это модель матраса Blue Sleep Hybrid 2.0, и у него повышенная жесткость по сравнению с тем матрасом, который у нас в городе. В этом матрасе больше 2000 независимых пружин. Что такое независимые пружины? Это не как в старых матрасах, когда вот кто-то ложится на один край матраса, а с другой стороны лежит человек, и его при этом подкидывает. Нет, эти пружины между собой не соединены, поэтому как бы вы ни подпрыгивали на одной стороне, на другой стороне человек будет спать совершенно спокойно. Сейчас я сижу на этом матрасе, и я чувствую, что он будет очень удобным. Почему? Потому что верхний слой у него мягкий, то есть когда вы ложитесь, видите, у меня рука продавливается, матрас принимает форму вашего тела, продавливается под вас, вам удобно, вам не жестко, но дальше, начиная с середины, идет жесткий слой, который не дает вам провиснуть. Благодаря этому вы будете лежать в правильной позе, у вас не будет провисания позвоночника, и, если честно, я бы рекомендовала вот к этой модели присмотреться людям, у которых проблемы со спиной, кто любит спать на жестком. Вот моей маме точно бы понравился этот матрас, потому что он реально удобный. Сверху матрас покрыт гипоаллергенной стретч-тканью, то есть она подходит даже для тех, у кого высокая чувствительность, часто бывает раздражение кожи, аллергии. Дальше под этой тканью идет слой дышащей пены Memory Foam. Это как раз та пена, которая запоминает положение вашего тела и позволяет вам комфортно лежать. Она обтекает ваши формы, подстраиваясь под вас. Ну и ниже находятся 2 слоя, которые обеспечивают повышенную жесткость матраса, и между ними
как раз-таки независимые микропружины, о которых я уже говорила. Но если вы не уверены, подойдет вам этот матрас или нет, потому что у вас есть сомнения, да, допустим, вы не на всем можете спать, как я, помните о том, что Blue Sleep дает 100 дней на тестирование матраса, а также 10 лет гарантии. Да, для этого обзора, наверное, надо было надеть красивое струящееся платье, чтобы как-нибудь красиво лежать на этом матрасе. Но поскольку платье я не надела, а я в джинсах, то давайте проведем тогда уж обзор с моим сыном, и он вам как раз докажет, что бы ни происходило на одной половине матраса, на второй половине будет тишина, и там можно спокойно спать, потому что ничего не будет подпрыгивать. Вот мой юный тестировщик, 4 лет от роду. Представься, как тебя зовут? Артемий. Артемий. Артемий сейчас будет проверять, насколько у нас матрас непоколебим. Для этого я взяла вот такие вот стаканчики. Я сейчас из них сделаю башню, и Артемий будет подпрыгивать. Обалдеть! Эй! Но это не считается. Раунд второй. Ставим стаканчики посередине. Молодец! Я бы попрыгала сама на этом матрасе, но я боюсь, матрас-то выдержит, кровать не выдержит. Кровать выдержит. Ты думаешь? Дом может не выдержать. Итак, представим, что я мой муж, и мне что-то снится. Поэтому я лежу, а потом решаю перевернуться. Ну так, чтобы жену не будить. Вот у меня снова решаю перевернуться. Я уже предвкушаю свою первую ночь на этом матрасе, но вам хочу напомнить, что это была модель Blue Sleep Hybrid 2.0. И если у вас возникнут какие-нибудь дополнительные вопросы, которые я не осветила в видео, обязательно задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу на них. Ссылку на матрас я оставляю под видео, там вы сможете найти еще более подробную информацию и также варианты размеров, в которых представлен этот матрас. При оформлении заказа не забудьте воспользоваться моим промокодом, который указан внизу под видео. Большое спасибо за просмотр! Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!